А спорим, что за 3 секунды невозможно подписаться и поставить лайк. Всем здарова, дорогие подписчики, с вами, как всегда, Димка и Донька, мы в GTA 5, а это новое шоу «Русские дороги». Кокосяндер. Суть данного шоу очень проста, у нас есть такие блоки, по которым будем ехать, ребята, с каждой десяткой увеличивается расстояние между ними, то есть, если мы посмотрим аж в самом конце, здесь очень большое расстояние, но да. Если вы доезжаете до самого-самого конца, получаете не 160 баллов, а уже все 200, то есть плюс 40, это очень жирненький подгончик. Обязательно, ребята, подписывайтесь на канал, обязательно не забудь поставить лайк и, конечно, нажать на колокольчик, должны стоять все уведомления, чтобы не пропускать 2 новых ролика ежедневно, а также на первый ран будем спавнить с тобой по одной случайной тачке. Кто будет доезжать дальше, будет спавнить уже 3, а проигравшие всего лишь 2. У меня вот такой вот спун получается, обычная Honda. У тебя получается что? Вау. Сейчас чё смотрю, сейчас спавню меня. Такое? У нас муравьи появились. Муравьи? Окей, я понял, но это не муравьи, это какие-то, видимо, объекты, понял. Давай, как бы газуй тогда, я поеду... После Давай. Тебя посмотрим, насколько хороша твоя машина. Давайте-ка с этой стороны смотреть. Ребят, наберем 3000, выйдет новая серия. А пока что у тебя уже 81 балл. Это неплохо, да, пойдет, ребята, пойдет. Да. Считай, половину ты проехал на этой машине. Так, давайте-ка, ребят, попробуем на моем... На моей Хонде. Давай. Да, отлично. 83, братишка. Отличненько. 83 балла. То есть у меня 3 тачки, у тебя 2. И идем на второй раунд. Давай. Ну что же, второй наш раунд. И ты спавнишь, получается, 2 тачки, я 3. Давай-ка смотри, кому повезет в этот раз. Так, C63 первая есть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фокс. Опа, хорошо тебе выпало. И очередной Мерседес. Так, ну это брать мы не будем. Это брать мы не будем. Да, низкая, а возьмем вот эту Эско. Машину. Да, окей, хорошо, давай-ка посмотрим тогда за тобой. Желаю тебе удачки, у тебя Спасибо очень тебе. Хороший внедорожник, кстати говоря, ребята, из Сан-Андреас. Ебать, ты летишь. Да ладно. 85, 90, 95, 100, 105. 110? А, 115? Ты подлетел у меня и по итогу на 117. Ну а теперь еду я, братишка. Пожелай мне удачки, но удачки, 100 удачки. Плюс это охренеть, как хорошо у тебя было. Ладно, я надеюсь, что армяна мы тоже примерно около сотни будем. Нет, рикошет! Сколько у меня 93 получается всего лишь. 93 балла, ребята, баллы мы записали. 3 тачки у тебя, 2 у меня, мы идем дальше. Спасибо. Едем дальше, погнали, братан, 2 тачки спавним. Да ладно тебе, чё за? Ну, в принципе, окей. Братан, плавайте, удачи, давай. Так, ладно, тут у нас получается... Опа, кстати, я возьму ее. Я возьму этот дрифткорч. Там тебе как бы это... Всё хорошо, да? Сделать? Я пытаюсь удалить, не получается. Знаешь, туда не... Ты на ней поедешь? Да, на русские дороги высоко. Для русских тачек? Конечно. Окей, поехали. Давай, да, смотрим. Надеюсь, что, ребята, здесь будет неплохой тебе результат. Надеюсь. Но не на 100 же плюс, блин! Куда ты? 106, да? Правильно? 106, да, получается. 106 у тебя было. Это очень хороший результат. Это прям мега хороший результат. Это а прям супер как? Хороший результат. Это прям 81. Я взял чисто из-за скорости этот дрифткорч. Ну и понятное дело, что он был очень низкий. Ладно, ребята, в следующий раз будем надеяться только лишь на внедорожнике. Погнали на 4-й раунд. Давай. Ну, спаун не 3 тачки. Давай-ка посмотрим первым. Неплохая. 2. Неплохая. Не. Неплохая. Ну, тут я думаю, что выбор очевиден. Опа, ДПС и... Опять Мерседес. Да сколько можно мне Мерседесом спаниться? Да. Окей, я возьму вот этот, как бы, да. Давай-ка, стартуй. Поехали. Ты на малютке? Серьезно? Да. Я думал, ты возьмешь свое Audi. Ну, на низкое очень. Audi прям... Вроде топовая должна быть. Ну окей, хорошо. Как говорится, хозяин барина, при этом 98. Ну, неплохо. Да, ладно, ребята, главное сейчас заехать за сотню. В чем я не уверен в этом Мерседесе. Да! Хорошо! Заехал, хорошо! Да? 108, братан, 108, супер, получается на 10 баллов плюсом, но это не важно. Важное то, что у нас 3 тачки, у тебя 2. Отправляемся на 5-й раунд. Ну, давай, братишка, начнем. Ну, поехали.
Первое. Используем все. Вторая. Используем все. Вот тачечка. Ладно, пойдет. Тебя быстро, да. Но да. Она как, ну, типа, ой-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 
первый, а потом сядешь в Мерседес, а я пока поеду на гелике. Ребята, давай. Что сейчас будет? Если... Это, кстати, очень быстрый 6 на 6. Если я правильно все понимаю, возможно, это будет 150+. Ты куда там разогнался-то, док? Ну как Мерс себе? 108 получается, да, неплохо. Окей, погнали, братишка. Погнали, погнали, погнали. 108, я думаю, что... Да, ты в Мерс электрический сядь, проедься лучше на нем, посмотрим на... Чего? Что-то упал? Сколько? 95. Ну, серьезно? Чего, блин? Ну, Мерс чисто полетом. Полетом 112. То есть, ребята, вы понимаете, что если бы я взял электрокар... Зачем ты заспавился этот 6 на 6, ребята? Да, ладно, 3 тачки у тебя, 2 у меня, баллы записали, отправляемся дальше. Давай. Если вам нравится эта рубрика, то напиши от 1 до 10 ей оценочку. Нихера себе. И байк. Я возьму его. Так, у тебя пока... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, да ладно! А третья? Я все понял. Я поехал, братан. Ну давай. Я пока поеду. Ну, я так думаю, что здесь будет интересно. Чего? Сейчас... Чего? Доедешь, да? Подожди, нет. Не знаю. Да ладно тебе! 141 новый экстра балл, ребята. Да блин, ладно тебе. Я поехал. Окей, я смотрю за тобой со спека. Да, давай-ка. Стартую, но 141 это очень хороший результат. Вопрос, конечно, по джипу, но он тоже может. Он тоже может, но по итогу 109. 109, да. 109, ребята, 31 балл сразу отыграли. Соответственно, вроде как у нас ничья по общему количеству. Ребята, это не может не радовать. Едем дальше. Давай. Ну, давай, братишка. Мы на ранчо. Именно здесь будем спанять очередные машины. Я 3-2. Ой-ой-ой. А есть что-то хорошее? Первое. Так, самолет не считается. Угу. Так, что там у тебя? Ну, пока такая не видел. Вот тачечка. О, у тебя чисто внедорожники сегодня спавнятся. Опа, у меня хорошая Audi. Да, она, правда, низкая, неплохая. Но у нее под капотом 300+. Едь как бы первый, я потом попозже. Давай. Пока что резину прогреем, да, масло подольем. Антифриз тоже проверим и тормозушку. Но чего? 110, 115, 120, 125. Ого. 135. Новый экстра балл! Что? 140... 150? 150 ровно. Где ты остановился вообще? 150, ровно. Ребята. Офигеть. Чуть-чуть осталось десятка для того, чтобы доехать до конца. Ребят, мне кажется, мы сегодня расчехлим наш финиш. Ну, явно, посмотрим, но... посмотрим. Это охренительный был результат у тебя. И я при этом, братишка, сотню ровно ставлю. Ты 50 баллов разом заработал сейчас. Ну, это реально круто. Это круто, ребята. Да, мы отправляемся на следующий раунд. Давай. И 3 тачки у тебя. Ну, давай-ка, порадуй меня, может быть, еще чем-то. Так, Самара и 2, военный внедорожник. 3. Ладно, масло возьму. Ну, понятно, выбора у тебя не особо. Масло берешь, окей. Так, я пока сажусь, ты можешь уже, в принципе, разгоняться. Я, пожалуй, вот... отсюда вот так вот, ну, буду давай, стартовать. Давай, давай. Желаю тебе удачки, но масло низкий. Но по скорости вроде разогоняется. Не надо. Не надо, братан. Без паники. Тормози. Так. Короче, чтобы ты понимал, ты каждый раз, когда ударяешься, ты у меня улетаешь охренеть как высоко. Ага, 112. 112. И я, да, поэтому думаю, что ты доедешь до конца. Как бы в предыдущий раз ты практически на финиш летел, а потом резко внизу очутился. Понятно. Да. Так, ну 112, я надеюсь, что... Да ладно тебе, 86, 86, то есть, ребята, это получается 14, 26 баллов разом ты заработал. Окей, баллы мы записали, едем дальше. Давай. Очередные 2 тачки, я вспомню, пока что просто одна за другой победы, пока что за тобой. Чит? Так, у меня, нет, не щит, но у меня вот такой вот прикольный корвет. Ой! Так, ну это не считается у тебя? Еще 2 тачки у тебя, так, первая есть и вторая есть. Выбирай. Суперспортивная. Да, не важно, что мне кажется. У меня тоже все суперспортивное в виде корвета. Но он быстрый.
должен был быть, но... на самом деле. 88 получается у меня. Не, он-то быстрый, но он низкий. Вот. У тебя, по идее, тоже низкая тачка. И не быстрая. И не быстрая. Да ну! Сколько это? 96. 96! Охренеть просто. Окей, мы переходим на следующий раунд, и я спауню две тачки. Ты получается... Неплохо. Ты три. У меня Ягера хорошая. Ну ладно, РК мы не будем учитывать, я думаю. Смысла нету. И вот у тебя три тачки есть, ну, байком. Ламбу возьму. Я пока поеду, да. Так, что там, как там у тебя? 270 лечу. Ты серьезно? Че, он цепанулся? 107! Как обычный Мерседес, да, 107. Ладно, это не апокалипсис, но неплохо. Так, у тебя получается низкая ламба, вопрос. Чего? 107, да? Или сколько это? 108 на 1 ты в плюсе. На 1 ты в плюсе, да! Чего? Ребята, поехали, следующий раунд. И у меня Москвич первая, BMW вторая, кстати. BMW быстрая, давай-ка попробуем ее. Реально? Ну ладно. Посмотрим. Кстати, такая же плюс-минус. Еще одна BMW старая, поехали, пробуем. Давай. Сколько там берешь, рассказывай. Тихо. 106. Ну, 106, грубо говоря. Чуть, да, чуть хуже, чем апокалипсис, но, ребята, уже неплохо. Так, у тебя, получается, ты поехал тоже на BMW, да? Получается, да. О! И врелся 80. На 87, получается. Окей, баллы мы записали, три тачки я спауню, ты, получается, две. Так, ну-ка. Инфернус первая. Ламба вторая. И Туарег третья. Кстати, ну, возможно, Туарег я и возьму. Первая. 192 под капотом. Ну, вот так вот. Вторая, возьму. Да, варианты такие себе, но попробую. А пока поехал, ребята. Давай, разгоняйся. Да, еще, разгоняйся. 84. Серьезно? У Туарега. Да, ужас. Странности максимальные. Бекия. 45, 55, 60, 65, 75, 83? Да. На один балл хуже, да, но в любом случае, ребята, я от Торега ожидал чего-то лучшего. Но рандом, как вы видите, пока что как-то вот странного дает. Вроде и внедорожники, но а с другой стороны, ужас. Ёпс, туда и я третья. Опа, это не та, к сожалению. А, не та, 308 под капотом, возьму ее, но она низкая, ладно. Урус и да, Рено тачка. Возьму малютку. Бери малютку. Давай. Как там у тебя дела? Давай. 117 баллов я отыграл. Получилось, что... Окей, давайте-ка наблюдать за тобою. Спек подрубаем. И у тебя 80, 85. 90... 102? 102. 102? Да. Неплохо. Еще два раунда мы сделаем, погнали на предпоследний. Давай. Ну, надеюсь, что какой-нибудь брокенет мне. Или тот же робот, пожалуйста. Не, робот не проедет. Ой, или фига. Биг Брат. Так, Hot Wheels. Это чит? Кстати, Бентли... Да. У тебя чит? Да. Возьму чит, попробуем. Давай. Ну давай, едь как бы первый, я поеду после тебя. О. Ударился чисто полетом, грубо говоря, долетел до 101 балла. Да. Неплохо. Да. Ладно, мог можно было их лучше. Уже выступить. Там можно было лучше. Мне кажется, вторая машина была бы лучше, чем это. Так, давай. Там... Так он издевается. 92 на, получается, ребята. Серьезно? На Бентли, да, на Бентли. Понял, принял, едем дальше. Ну и заключительный раунд. Давай-ка спавним следующие тачки. Так, вторая. Вот такой вот прикольненький у меня, получается, джипик. А у тебя третья. А, у меня же. У тебя же... две? А, у меня три, разве? У тебя три. Да, у тебя три. А, ты даже понял. Был дальше. Ну, вот так вот. И три. Спавнить. Окей, хорошо. Выбирай. Смотри. Проверяй. А мы, ребята, полетели. Давай. Так, неплохо, так, неплохо было. 95 по итогу я оформил. Окей, окей, едь как бы ты дальше.
Да, и давай на этом будем смотреть. Так, тихо. Давай. Тормози. Ну, тормозил. Неплохо. 84 балла. Да. Окей, ребята, сегодня такая прикольненькая серия нас ожидала. Надеюсь, что вы поставили лайк. Обязательно подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик, должны ставить все уведомления. Всем удачки и всем пока-пока. Пока.